это осталось таким ярким событием, потому что было построено, в принципе, впервые такая диалоговая платформа по взаимодействию НПО и государства в Центральной Азии. Она такая на волонтерской основе получилась. И принято было решение, надо продолжать этот диалог, потому что мы должны учиться лучшим практикам, смотреть, как это работает в странах. Если не работает, то какие уроки мы извлекаем. Для этого этот диалог. И мы договорились, что такая платформа будет постоянно действующая. И на той первой встрече, которая проходила в Астане, было принято решение, что эта площадка будет потом еще встречаться тоже. И, возможно, следующая страна, которая будет нас принимать, это будет Кыргызстан. И так, возможно, каждый год мы будем переходить один из стран в другое. Но в промежутках между этим вот такая телеконференция, такой телемост, с которым мы сейчас работаем с Всемирным банком, он позволяет нам эту тему все время держать руку на пульсе. Некая такая сверка часов. Посмотреть, как это работает в странах, что у нас получается хорошо, что не срабатывает, какие мы можем друг другу дать советы, рекомендации на будущее. Вот, потому что до этого, когда мы собирались, всегда спрашивали, для чего мы собрались, что мы хотим в результате получить. Мне кажется, что вот такая встреча, диалог, свободная такая платформа, которая нам предоставляет возможность обмениваться этим опытом, это очень важно, потому что в каждой стране, мы сейчас смотрим, проходит очень много реформ. Очень много изменений законодательства. Иногда даже государство настолько принимает, и парламент, и столько решений мер, что даже некоммерческая организация не успевает за теми изменениями, которые происходят в нашей стране. Жизнь меняется, нам хочется держать руку на пульсе, и я рада, что мы сегодня здесь и сможем делиться этим опытом.